Попробую, попытаюсь объяснить. Это было не просто смело, это было пиздец как смело. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Но я остаюсь с тем, что это был великий сарказм. Ты меня прощаешь или нет? Кто-то намеренно избегает, кому-то это неинтересно. Вот мне неинтересно. У них какое-то чинопочитание там, какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они неинтересны. Я не хочу с ними разговаривать. Не хочу. Я это не понимаю. Мне это неинтересно. Вот мне лично это неинтересно. За других сказать не могу. Круто! Да это ж круто! Я уважаю, что они делают. Но как бы я не понимаю, то есть... Да, конечно, мы все виноваты в этом пиздеце. Все мы виноваты в этом пиздеце. Я реально прихерел. Выродок-то откуда-то такой? Почему такой выродок? Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я думал, это просто что-то какая-то там... Ну, знаешь, что-то... я не очень понял контекст. Что-то был занят еще в этот день. Ну, мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Как бы потому что я не мог в это поверить до сих пор. Я, кстати, до сих пор как-то не очень в это верю. Ну что это за пиздец такой? Ну как это может быть в 21 веке? Да, мне было страшно. Но я это сделал. Я говорю, Миш, мне похуй. Я так чувствую. Я не хочу с этим говном жить просто. Я хочу забыть и все, понимаешь? Сомнительно, но окей. It's okay. Но это их выбор. И я не могу на них их осуждать. Ну, хотя осуждаю. Ну, так, не глубинно, но осуждаю. Харе. Ну, вот харе. Ну, и он не мудак, он хороший человек. Я его знаю как хорошего человека. Да, у него поганая работа. Ну, простите его. Не-не-не-не, это вообще не наше. Мы это... Блядь, я заплакал. Я, если честно... Я обрадовался. Конечно, ну мы же знаем. Ну, они знают. Супер гуд. Круто! Да это ж круто! It's okay. Я реально прихерел. Ну... Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я думал, это просто что-то какая-то там... Ну, знаешь... Что-то... Я не очень понял контекст. Что-то был занят еще в этот день. Конечно, ну мы же знаем. Ну, они знают. Сомнительно, но окей. It's okay. Подзаебала эта тема.